Кардинально различаются взгляды на причины аварии, произошедшей на проспекте Имашева у участников столкновения. Там не поделили дорогу «Лада Приора» и «Хёндай Тусона». В результате один из автомобилей врезался в дорожное ограждение, получив при этом серьезные повреждения. Обе версии выслушала Альбина Минибаева. Я прям удивилась, когда он звонил мне, говорит, есть, говорит, вот такая ситуация. Супруга водителя «Лады» утверждает, ее муж всегда очень аккуратно водил автомобиль и никогда до этого не попадал в ДТП. Говорит, что и в этот раз спокойно ехал по проспекту Имашева и неожиданно его подрезала иномарка. Вот эта машина, эту машину с правой стороны, где автобусная стоянка, этот, линия. Рассказывает, что дальше по инерции их автомобиль отбросило вперед, где «Лада» наткнулась на дорожное ограждение. Машину буквально разделило пополам. «Хёндай» откатился на несколько метров вперед и тоже остановился. Но водитель иномарки видел случившееся иначе. Я прямо вот из-под моста выехал, я прямо поехал вот сюда, этот, как его, вот прямо. А он откуда-то слева, мне, блин, я даже не знаю, откуда он прилетел, он слева мне, вот у меня весь бок-то. Я поэтому правее-то взял сюда, блин, залетел, чтобы с ним не столкнуться, а он меня ударил как бы в бок, и поэтому в забор влетел, а я сюда поехал. В том, что кого-то обогнал, не согласен, говорит, что не торопясь двигался по своей полосе. «Ладу» даже не видел. На чьей же стороне правда, выяснят автоинспекторы, которых остались дожидаться участники столкновения. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, Азат Самигулин, «Вызов 112».